Небо над хорватским Задаром осветили небесные фонарики. Акция благотворительная, участвовали в ней около 7 тысяч жителей. Собранные от продаж фонариков средства направят на реализацию социальных программ Задара. Предыдущий такой перформанс состоялся в городе 3 года назад. Тогда его организатором стало общество людей с нарушением слуха. А небо над приморским курортом украсили несколько тысяч ночных фонариков.